Завоевать доверие зрителей не так-то просто, тем более тех, кто оказался буквально случайным свидетелем концерта. Всесезонная эстрада возле кинотеатра «Искра» давно стала местом творческих встреч. Александр Синица, которого видновчане больше знают как клоун Алекс, задумал свою авторскую программу «Объявите меня, пожалуйста», как площадку для выступления талантливых людей округа и приглашенных друзей, артистов цирка. Знаменитая клоунесса Наталья Мезенцева продемонстрировала зрителям свое мастерство и предложила попробовать свои силы в этом непростом цирковом жанре. «Властелина колец, ваши бурные аплодисменты! Танец с обручами!» Специальным гостем программы стала главный редактор телеканала «Видное ТВ» Татьяна Брылова. Талантливая сольная исполнительница впервые представила широкой публике произведение собственного сочинения и любимые эстрадные песни. «Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка. Одна из поклонниц хорошей эстрадной песни Елена Ястребова подарила Татьяне раритетную пластинку 1973 года с песнями Клавдии Шульженко. А подруга главной героини Марина Иванова приехала поддержать из Ступино. «Таню я знаю уже порядка 20 лет. Это очень замечательный, добрый, надежный, отзывчивый, дорогой человек». За ретро-нотки концерта отвечал хор верной подруги из Центра социального обслуживания «Домодедовский». Народные песни и зажигательные частушки затронули струны души многих зрителей. Душевный праздник для всех поколений понравился зрителям. Многие уже ждут следующего выпуска авторской программы «Объявите меня, пожалуйста». Галина Житкова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ».